Друзья, доброе утро. Меня зовут Лисенок Евгений, генеральный директор сети Viking Touristic. Мы сейчас находимся с вами в поселке Паралея, это Греция, регион Пиерия. Отель, который мы будем инспектировать, отель Якинтос. Вот он. Он находится на окраине. До моря здесь идти вот по этой дороге 300-400 метров, и там у нас будет пляж песчаный. Рядом находится отель Космополитен. Это ресепшн и сразу же главный ресторан. Отели здесь небольшие. Здесь 4 family room. Покрытие здесь плитка. Первая комната, две кровати. Плазменный телевизор. Ванная комната. Душ. Ну что, идете дальше? Здесь у нас есть кухня небольшая, но здесь нету плиты. Есть холодильник, раковина, вытяжка, посуда, чайник. Большая кровать, покрытие, плитка, кондиционер индивидуальный. Телевизора на данный момент тут нету. Отель работает в двухразовом питании. Во втором корпусе у них нету даже такого уголка кухни. На море пляж, шезлонги, платно за напиток, стандартно все. Балкон средний. Вот вон, тут есть дверь. Закрывается эта комната. Кондиционера тут нету.